Ну вот, вот так вот и портится погода. Вот прошло после подъема 2,5 часа где-то. Вот видите вышку, уже в тумане стоит. Вот вам последний день лета. Вот ее уже, если наверх поднимутся голуби, они ее, в смысле, они могут просто покрыться и все. Очень сильный туман, начинает моросить. И, ну, голуби пока гуляют, никого не трогаю. Они гуляют. Ну вот. Вот такой вот туман. Резко, резко затянуло. Вот можно посмотреть по елкам. Вон елки в детском центре. Вот они в тумане стоят. Очень сильно изменилась погода. Поднимал голубей. Было солнышко. Полетали они от силы минут 40-50. Больше никто не полетал. Ну, там, может быть, пару штук еще мотали стакла. Еще какой-то белый. Еще один новый многоперый куда-то умотал. Ну, уже в таком тумане он дом не найдет. Так что вот все стоит в тумане. Ну, вот. Там одни дикари вон мотаются понад крышами. Опа, сейчас к моим прилетит. И все. Ну вот, смотрите то, что было рано утром. Так, ну вот. Последний день лета. Вот кто-то сорвался. Кто-то из новых пошел в лед. Умотал. Тройка. 4, 5, 5 штук, 6. В общем, мотаются. Сейчас, ребята, мы попробуем моего ястреба. Вон он какой красненький, покрашенный лежит. Вот он. Сейчас мы попробуем, кто улетит. Тот улетит. О, толпа. Так, сейчас секунду на паузу поставлю. Так, ну вот. Немножечко я приподнял. Первый взгон. Не знаю, кто куда пошел, кто куда полетел. Ну, вот так они полетели. Солнце светит. Наверное, штук 150. Больше не смог согнать, да и желания как бы нету. Там уже у кого как голова будет работать, так и полетят. Ух ты, что-то. А, вот они, посмотрите, прилетели. Ты посмотри на них. Я смотрю, голубь в соседний огород упал, упал прямо на землю, спикировал мимо крыши и упал. Вот они пришли. Вот сейчас будет. Но эти не бьют, не бьют, они летают. Но голуби, голуби в панике, посмотрите, куда пошли. Посмотрите, сейчас разлетятся, 100% разлетятся. Они новые все уйдут. Вот это подарок. Вот они прилетели, а те газанули. По всему небу голуби носятся. Там куча, там большая сбилась стая. Очень много голубей. Вот так вот я отдалю. Вот они ломанулись. Да. Прибавлю. Вот здесь. Там вон сколько носится голубей по всему небу. Орлы ушли.
ушли орлы, а голуби, вон они пошли, орлы куда. Они просто парят. Это не такие, не карлик орел. Карлик уже бы бил. Зато остальные все ломанулись. Ветерок чуть-чуть поднялся, он ветки шатает. Вот. Ну и черт с ним. Останутся только те, которые что-то умеют. Многие взлетели. Вон, посмотрите, как они растянулись, а. Ну, молодцы. Вот там уже, наверное, больше. Около сотни наверху летает. Здесь тоже, вон, много здесь летает. Вот чуть-чуть пониже они. Кто в лес, кто по дрова. Вот они собираются голуби. Везде летают. Ну, молодцы. Пускай. Сегодня ночью на работу, поэтому вот с утра выпустил. Вот несколько штук срывались сами. Вон они как носятся. А. Вот не трогал и поднял. Ну там, конечно, в основном мои все летают. Ну, наверное, и кто-то из новых, кто-то удерет сейчас. Кто-то вообще не пошел в лед. Ну и ради бога, сейчас. Пока так. Вон они как поразлетелись. Сейчас отдалю чуть-чуть. Вон. Собираются, молодцы. Садитесь. Нормально. Орлы, правда, не вовремя прилетели. Ну, ничего не поделаешь. Хорошо. Вот они, где летают. И отдельно. И вот две кучи большие и разбиваются. Очень неплохо. Молодцы, приподнялись. Так удалю. Вон они. Ну, до средней не дошли. Не дошли, там есть чуть-чуть повыше. 4 штучки. Они ближе к средней. Остальные пока нет. Ну и не надо. Вон одиночки, вон там мотаются. О, братва потихоньку собирается. Вот так и отсеются. Глупые голуби улетят, останутся все остальные, которых буду потихоньку гонять. А там уже видно будет. Вон они поразлетелись. Вон. Одна стая. Сейчас прибавлю. Одна и вон там большая. Большая стая. Так, отдалю. Молодцы. Ух ты, дикарь, я думал, хищник прилетел. О, ленинаканец черный. Так, сейчас пока на паузу. Так. Ну, вроде бы и уже смотрю, и верхние опускаются. Опускаются и здесь вот бродят, летают. Кто-то поодиночке, вон кто-то белый какой-то стоит, играет. Вот он. Трогать не буду. Больше не буду. Попытался, вот согнал. Вот так вот потихонечку начну. А это кто за негодяй? Это где-то сидел. Мимо. Это из новых шейка. Из
Так. Ну, нормально, погода портится. Сегодня пасмурно, обещаю, там временами дождь, и с завтрашнего дня дожди пойдут. Будут сидеть в тюрьме, в заперти. Так что сегодня хорошо. Вон, смотрю, кто-то из новичков хочет на соседнюю крышу сесть. Нет, не этот. Белый какой-то. Вот они. Потихонечку. Некоторые здесь играют. Вот кто в основной куче не летает. Да, что-то было солнышко, сейчас солнышка уже нету, все. Чуть-чуть полетали, и солнце исчезло. Все затянуло, небо затянуло. Вон там одиночки остались. 4 штуки, но опускаются. Опускаются. И эти две стаи тоже опускаются. Вот соединились практически. Да. Все, стая соединилась. Уже приопускаются. Резко погода поменялась. Надуло тучи. Небо закрылось. Ну, нормально. Так что вот такое вот 31 августа. Все. Лето прошло. Начинаются другие заботы и хлопоты. Ну, гонять голубей потихонечку надо в любом случае. Кто бы сейчас не улетел, флаг им в руки. Пускай ищут себе новый дом. А здесь за мой счет жировать никто не будет, не надо. Вон мой рябыш чернорябый. Молодой, но летает как ни масти, ничего. Просто рябыш. Вырос и в лед пошел. Безмастный. Так, ладно, пока на паузу поставлю эти. Сейчас вот уже Хотят приземлиться. Буду смотреть, кто где. Кто-то прилетит еще, кто-то нет. О, хоть кто-то, троечка попыталась поиграть из этой маленькой кучки. Вон мраморный куцы. Какой-то, не знаю, дряхлый. Это, наверное, мой, это не из новых. Вот красношейка летает, красный хвост новый, куда-то пошел. Ну, пошел, значит, пошел. Вон там еще осталось, наверху осталась кучка. Так, удалю. И еще несколько одиночек остались. 3-4. Так, приближу. Вон там рядом с кучей, но они наверху и повыше, и по одному летают. Так, вот это не летало. Собака моя сизая. О. О-о-о-о. Вот что-то они боятся, срываются. Вот он стоит, а в лед
Хотя с командировки прилетает без проблем. Так, и ветерок начинается. Наверное, сейчас что-то будет. Наверное, дождик пойдет. Ничего не поделаешь сейчас. Так, вот тоже, вот он, широкохвостый шейка летает. Вот он. Хвост трубой. Трубой хвост. Посмотрим сейчас, кто куда сядет. Давай, ребята, садитесь. Чубатый желтый летает, новый. Вот он. И только что сыграл. Молодец. И, по-моему, будет голубка. Так, ну, остальные еще мотаются. Все. Вон там шейка новый. Вижу, новый летает. Тут, по-моему, многоперый. Вон белый летает, здоровый. Крокодил. Надо их как-то, белых, пометить. Может быть, зеленкой хвосты покрасить, чтобы больше видеть, потому что так я их не различу. Вон там еще один. Вон он отдельно носится. Тоже, по-моему, здоровый такой хомяк. Вот этот не знаю кто. Молодцы. Так, ладно, на паузу. Жаль, линька не прошла. Не прошла линька, но ничего. Собираются. Ладно, сейчас подожду пока. Так, вот кто-то. Кто-то, по-моему, из новых летает. Красный, наверное, все-таки мой. Вот он, многоперый, широкохвостый один, мотается. Хвост у него как бы разрезной. И крупный голубь. Вот кто-то играет, кто, черт его знает. Какой-то седой. Рыжий мраморный сел. Вот и немного полетали. Вот так играет мой мраморный. Ай, да, бараны сбили. Ой, дикари как ломанулись. И эти со страху наверх пошли. Так, ну, ладно, сейчас, чтобы не затягивать, больше никого не буду трогать. Вот эти остались, пусть летают, не знаю, там есть новые, нету. Вон там кто-то летает, не знаю, какой-то рваный хвост. Вон кто-то играет наверху. Но остальные вот она, моя банда. Во, подрываются еще и внизу, сколько сидит. Некоторые прячутся. Вот они, ребята. Вот этот, наверное, еще и на крышу и не залетал, мраморный. Здесь шейки тоже еще сидят. Тут еще есть из новичков кто-то. Да не, наконец даже и не думал никуда. Еле с командировки пролетел. Ой. И не думал подниматься. Ну, там еще мрамора. Так что есть еще голуби.
и никого жалеть не буду. Вон какая банда. Но трогать не буду, уже один раз один взгон сделал. Не буду никого трогать. Потихоньку, потихонечку буду по возможности приподнимать. С каждым сгоном кто-то будет взлетать, и там посмотрим. Вон кто-то гад на стороне играет и уходит с круга, не знаю кто. Вот он идет. Опа. Ух ты, какой-то желтый прилетел. Так что. Так. Еще остаются. Здесь 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 или 9 штук. Остаются. Уже невысоко. Вот они летают. Как-то так. Вот вам и попробовал первый взгон. Не все, конечно, пошли. Вот еще здесь многоперые сидят. Вон как чиль такой. Перы ходит. Вот. Мраморный. Вон еще один мраморный. Он воркует. Многоперы. Желтый. Здесь шейки. Есть еще голуби, которые, может, они еще и на крыше-то и не были. Так что как-то так. Посмотрим. Если даже кто-то и улетел, ну и на здоровье. Флаг им в руки. Завтра уже начинается осень календарная. Ну и дармоедов кормить я не собираюсь, а там дальше разберемся. Ладно, ребята, все. Этих не буду показывать, вот они летают, вот сейчас сядут. Ого, кто-то. Вот это это из новых, вот красношейка садится. Молодец. Двух чубы желтые, это уже мой. Садится, вон кто-то стоит, играет, вот. Какой-то темный. Опа. Где ты вот этот? Вот. Молодцы. Вон кто-то стоит. Перка какой-то. Перка. Когда голубей немного, они тогда и что-то показывают. Так, это кто? Кто-то из мраморных, не знаю, новый, не новый, молодой, не знаю, большой какой-то. Так, перка мой садится, взрослый голубь, вот, мраморный. Сел, даже не знаю, это из моих, черт его знает. О, кто-то. Кто это такой? Не вижу. Вроде бы и солнца нету. Это черныш. Голубочка садится. А, это сизый мой голубь. Молодой. Вот еще со стороны пришел, вот он, новый. Опа, лодка на хвост, и пошел по делам, полетел. Ну и ради бога. Ну вот и все, ребята, на этом все. Кто сел, тот сел. Как полетали, так полетали. Вон вижу. Вот, это, видимо, из новичков. Вот они два. О, еще один желтый. Три желтые тоже были. Вот они, три штуки. Вон на проводе сидит четыре, и вон пятый сидит. Вот и разогнал я всех своих голубей. Вот кто-то пикирует.
не знаю кто. Может быть Такла, может быть... Нет, это не Такла. А нет, может и Такла. Похож. Похож повадками. Солнце вон как затянуло. Это хорошо. Жара не туда, это Такла. Но я его не буду показывать. Он будет теперь, может, может быстро сядет, а может полтора часа будет садиться. Ну его к черту. Еще какой-то белый остался. Мотается и все. Кому нужно, тот дом найдет и прилетит. Все, ребята, всем удачи, всем пока. Потихоньку буду показывать, как буду поднимать. Ну, а там уже видно будет.